Вот такая шикарная зелень выросла у меня на подоконнике. Это смесь пшеницы, ячменя и овса. Три ящика. Пойдемте со мной, сейчас я буду угощать своих курочек. Всем доброго дня! У нас стоят прекрасные солнечные деньки, ночью морозит. Днем тепло. Посмотрите, какая шикарная зелень для наших курочек. Правда? Она вкусно-вкусно пахнет. Летом. Пойдемте угостим нашим курочкам. Вот такой настоящий ковер. Смотрите, какая красота. Цыпули, цыпа, 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 цыпа. Нет, не сюда, не сюда. Посмотрите, я им дала зелень и не закрыла дверь. И они вышли все гулять. Но сейчас мы это все исправим. Вот они, мои красотульки. Соскучились. Хочется побегать, растрясти немножко жирочек. Посмотрите, как петушок зазывает курочек. Посмотрите. Как здорово! На улице зима, а у них целый ковер из вкусной, полезной зелени. Здесь пшеница, овес и ячмень в равных количествах. Ну что, вкуснота? Есть у меня курица, которая мне прохода не дает, а? Смотрите, куры сытые. Им больше захотелось посидеть и порезвиться на солнышке. Ну ничего, сейчас они все сюда придут и начнут кушать. Посмотрите. Гризбары вообще очень зелень любят. Летом для них самая первая еда – это трава, кабачки. В общем, вся зеленушка. Проблем с кормлёжкой этих кур у вас вообще не будет. Адлеры тоже любят зелень покушать. Но гризбары – это вообще коровы. Видите, как здесь здорово. Петь будем? Мальчишки, петь будем? Вот, смотрите. Молодец. Давай еще. Давай еще, голубчик. Ну, давай еще. Молодец, умница. Сейчас я часть оторву и угощу уточек. Им же тоже нужны витамины. Вот такая, видите? Красота. Вот такая. Это мои красавицы. Вот и вам лакомство. Держите. Посмотрите, с каким удовольствием они кушают вот такое угощение. Видите, ребята? А теперь посмотрим в тот угол.
Вы себе не представляете, сколько там яиц. Вот так. Несмотря на зиму, несутся каждый день. Каждый день я собираю яйцо и утром нахожу его снова. Ну, давайте, кушайте. Часть зелени поставила в сарай. Вот сюда. И вот сюда в лоток. В сарае сейчас почти никого нет. Все курочки вышли на улицу. Здесь остались только те, которые сидят на гнездах. Вот они. Подстилка у нас работает. Идет снизу тепло. Посмотрите. Трава почти уже разложилась. Превращается в черную такую массу. Запаха у нас абсолютно никакого нет. В сарае комфортно. Прекрасные условия. Вот они, мои девчушки. Доели уличную траву. И теперь пришли сюда. Приятного аппетита! Молодцы! Молодцы! Все, что съест курица, будет у нас с вами в яйце. Ну, давайте. Кушайте. Вот, смотрите. Выбирает и зернышки, и травку, и корешки. Все идет в дело. Но не буду им мешать. Часто меня спрашивают, как же лучше завести кур. Конечно же, лучше купить инкубационное яйцо и инкубировать самим. И вырастить цыплят самим. Ну ты мой красавчик. Ну спой что-нибудь. Петь. Ну, давай, ответь ему. Смотрите, какой статный петух. Хорош. Выводя из яйца своих цыплят, вы сведете до минимума все минусы в разведении кур. Ну, я думаю, на эту тему у нас будет с вами отдельное видео. А на этой ноте я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго. Видите, стоят рядом. Солнце мирит всех. Всем хочется тепла.